Доброе утро, дорогие друзья. День второй. Время без 10:05. Везде, конечно, травы море, поэтому продолжаем кататься на наши три поля. Сегодня как бы в планах опять первое побить. С правой стороны, где были глубокие лужи, походить, они подсохли по ним. Может быть, там вылезет Екатерина. Много там находили Екатерины. Ну и посмотрим по обстоятельствам. На улице 11 градусов, красота. Прохладно. Ладно, посмотрим, что получится. Прибыли, раннее утро, роса. Красота. Пойдем поищем еще. Походим. Смотрите, что происходит. Солнце светило. А сейчас смотрите, какая жопа. Пряжечек. Симпатичная тканина. Прям туман резко натягивает его. Сейчас раз такие люди пошли в кафтанах на телеге. Временной прос... А у нас денег только то, что накопали. Пролом, а мы ничего не накопали. Ладно, идем вдоль этих полей, в посадке туда не лезем, по кромке, по лужам. Посмотрим, да. Мокрый. Тяжело дышать вообще стало, прям какой-то он густой-густой ползет. Сейчас мы пропадем. В тумане. В тумане, да. А нет, рядом с пряжкой, он пряжечная яма, и тут это. Тут маленькая. Ты чего? Походу деньги. Олег Сашкин, что ли? Сохран ужасный. Да. Деньга. Александр, да? Александр, да. И опять как ужасный. Как обычно, убитая. Убитая, да. Сохран ужасный. Круто. Прям 5 минут. Солнце не видно. Солнце, да, пропало. И такая жуть накатывает, такая, какая-то непонятная. Прям приехали, солнышко светило, а тут углу. И такой аж этот мандраж небольшой какой-то непонятный. Ладно, идем вперед. Туман нам выкинул монетку советскую. Да, но он начал рассеиваться. Да и копейки какие-то. Ну хоть ранние? Ранние. 91-го года. Очень хорошо. Туман по чуть-чуть рассеивается. Ну как-то жутковато. Говорят, сверху лежат. Да, смотри-ка. Целенький хоть. Целенький. Вот такой вот.
Видишь, что ли, она входила в лес дорогу? Там старые березы какие-то стоят. Ну, не могу сказать, что он прям такой. Ну, нет. Сколько ты есть? Я 50 минут. Ты какой? Сзади гладкий. Интересно. Слушай, тенек. Ну понятно, а что нарисовано? Ну, не видно. Что-то мрак, как тяжело ходить. Туман сошел. Зато наползли точно. Дышать нахрен нечем. Не видно. Нет, самый гладенький. Ну, просто гладко. Монету выйдет. Неизвестно. Просто гладко. Просто гладкий кружочек. Она убитая напрочь. Да, что-то не идет. Идем дальше. Да, свинца кусок. Весь ты такой. У меня Николах. Ну, да, Александр, хрен его знает. Никуда. Ты карман так тяжелый. У кого? Карман тяжелый. У чмурдяка? От этого свинцового броска. А. Девятьсот первый. Нет. Николай. Идем по обочинке. Ага. Да где он? Какой-то сигнал. Вот он. И опять такая же красная. А Николашку достали нормально. Опять красная. Что это? Что это? Это, наверное, гладенький кружочек. Че, ну так? Странно, а кто-то вот такой красный. Не знаю. Поспели. Морда красная. Эти зеленые еще не спелые, а эти нормальные. Его кисел тоже, это красный, он все. О, смотри. Да, не. Не курица видно. Курица виду. Вижу курицу. Здесь что-то такое даже видно. Серебро, что ли? Одна копейка. Чья непонятно. А почему она такая красная? Одна копейка. Чья копейка? Непонятно. Здесь курица. Год. Тысяча. Нашего тысячелетия. 832 какой-то момент. Капуста. А, ну да. Ну какая-то она красная. Очень странная. Сигнал. Ну, это курица, а не она. Полушка-то еще какого-то. Тысяча 700 какого-то.
Он интересный кусок. Вроде как крест, а может и нет. Почему и мальта такая крест? Ладно. Сигнал? Ладно. Павел. И опять красного цвета, это значит сахаром припоганейший. Я 99-го года сядь. Да он там правил ссылки. Стой, 701. Так. Ладно, уже сейчас скругляем. Ну, может, 8-й. Зелень-то ей. Такой жирненький. С какими-то рисочками здесь. Такая штучка. Вездесущие деньга Александра. Опять кончено. К сожалению, идем к машине. Тоже что-то? Какой? Был 20-й. Блин, опять эти вездесущие бубенчики. Шарики с колокольчиком. Понятно. Идем к машинке. Я. Ёпара. Где ты? Вот он. Извлекай. Как хорошо. Это не Катя. Нет, это не Катя. Так, это масон, мне так кажется. Второй, что ли? Да, масонский. Второй сутку поля. Все, выкрещили мы сегодня пятак. Можно чувствовать. Причем его просто положили сверху, называется. О как! Это что за патрон? Вот такая еще хрень. Это? Винчестер Магнум 300. Современный. Хороший патрон. И масонский пятачок второй. 35-го года. Вот зачет. Сверху лежал, а? Просто вот. Ты же видишь, не копал ничего. Все, сегодня зачет. Ну, 5 копеек, все. Такой же, да. 35-й год. Видно, все хорошо. Пятачок. Ладно, еще идем к машине. Может, еще что валяться будет сверху. Ну, крест сегодня сверху подняла. Крест сверху. Еще 45-й. К машине идем. Не-не, здесь. Вообще нет всего. Улитка. Ну, куда он взял? Это 45-й. Ну, куда он взял? Не понимаю. Ну, ладно, блин. Прохладно. Нету. О, он делся. Вон чешую впереди. Вон он. Живо. Под комком, наверное. Ну, он же у меня хорошо. Вот, да. И в траве.
Вот так вот лежим мы сверху. Ну, не пятак. Не пятак, это походу капуста. Жирная, наверное, да, капуста. Капуста у меня жирная. И опять явно сверху вот лежит прям. Прикол в чем? Время 10 часов. Угу. И находки начинаются. Нам с тобой в 4 утра ездить вообще без надобности. Хера это не крестовик. Так. Только крестовик, ёпта. Да? Да, все, вообще пиздец. Не ругайся. Ну, да. На камень. Вот и капуста. Знаете, что сбывается? Да, крестовик. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я знал, что он здесь лежит. Гурт сетчатый. Я его искал. Гурт свой видно. Он не нашел. Он нашел. Так, ребят, отчет закончили. Время 10 утра. Помираем. Сейчас покажу, что наковыряли. Ну, вот это, конечно, зачет. Год бы еще понять. Ну, по-моему, крестовичок. Гурт он целый. Пятачок масонский. С этого поля второй. 6-го года. Ну и всякой херотени. Куча. А, ну крест вот. А, и машина. Машина, да. Это надо показать, потому что я могу ее потерять. Слонина была, а машины еще не было. Вот она. Бедная машина. Ну, с этого чуть-чуть гадости. Кольцо сломал. Александр, попробуем восстановить по-другому как-нибудь деньгу. Часто они попадаются.